Здравствуйте, в эфире «Вести Кабардино-Балкария», в студии Станислав Сердюков. Коротко о главных событиях. Социальный контракт с нового года, а уже сейчас 40 видов услуг населению. В Минтруда сегодня обсудили итоги работы ведомства за 9 месяцев. Это мемориальная доска, мне так кажется, не только дань уважения нашему отцу, а и память всему поколению. Память Николая Диденко жива. В Нальчике открыли мемориальную доску герою Советского Союза. Программа поддержки молодых предпринимателей в действии. Здесь будет раскроенный стол, здесь будем шкуры резать. Житель Зольского района развивает шорное дело. Глава Кабардино-Балкарии Арсен Конуков принял участие в селекторном совещании, которое в режиме видеоконференции провел Дмитрий Медведев. Разговор шел о неотложных мерах по укреплению платежной дисциплины в сфере поставок природного газа. Как отметил премьер-министр, правительство принимает меры по снижению тарифной нагрузки на потребителя. Поэтому получатели газа должны нести серьезную ответственность за его своевременную и полную оплату. Ситуация с платежами за голубое топливо в стране очень напряженная. Главы регионов отчитались, как этот вопрос решается на местах. По словам Арсена Конокова, на постоянной основе работает Республиканская комиссия по улучшению платежной дисциплины. За несвоевременную оплату газа отстранены от занимаемых должностей 3 руководителя теплоснабжающих организаций. Готовятся квалифицированные кадры, внедряются энергосберегающие технологии. Благодаря принятым мерам задолженность теплоснабжающих организаций за потребленный газ в летний период этого года сокращена на 41 миллион рублей. Глава КБР выразил уверенность, что совместные усилия региональной власти и газоснабжающих организаций в ближайшее время позволят выправить ситуацию с платежами за поставку газа. Этот вопрос, заверил Арсен Конуков, находится на особом контроле. Глава Кабардино-Балкарии поможет с приобретением жилья врачу Республиканской детской клинической больницы. Об этом Надежде Ряжко, высококвалифицированному специалисту, Арсен Конуков сообщил, лично пригласив ее на прием. Поводом для встречи стало коллективное письмо в интернет-приемную главы КБР от персонала медучреждения, в котором работает Надежда уже около 20 лет. Коллеги попросили Арсена Конокова оказать содействие в решении ее жилищного вопроса. В настоящее время она с семьей живет в Нальчике на съемной квартире. Из-за отсутствия жилья собиралась переехать на другое место жительства. Принимая во внимание богатый опыт Надежды Ряжко, положительные отзывы и нехватку квалифицированных медицинских кадров в республике, принято решение о выделении средств из резервного фонда главы и правительства КБР на приобретение квартиры для многодетной семьи врача. Альберт Каздохов назначен заместителем председателя республиканского правительства. Соответствующий указ подписал глава КБР Арсен Конуков. До нынешнего дня Каздохов занимал пост министра сельского хозяйства. За период его работы в должности руководителя аграрного ведомства АПК Кабардино-Балкарии вышел на совершенно новый уровень. При его непосредственном участии в республике реализованы крупные инвестиционные проекты в области растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Свыше 40 видов услуг, 35 мер социальной поддержки. Министерство труда и социального развития республики сегодня подвело итоги работы за 9 месяцев этого года. Как отметил руководитель ведомства Альберт Тюбеев, в этом году Министерство труда продолжило реализацию программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Документ рассчитан на 2012-2018 годы. В первую очередь внимание уделяют образованию, здравоохранению, науке и культуре. Мониторинг показывает, средняя зарплата работников этих отраслей увеличилась и достигла утвержденных федеральным правительством базовых показателей. Регулярно проводятся экспертизы условий труда. С начала года выявлено более 200 нарушений, подчеркнул Тюбеев. Выданы соответствующие заключения с указанием сроков устранения недостатков. С 2014-го министерство переходит на новую форму оказания помощи малоимущим. С каждой семьей ведомство будет заключать социальный контракт, на основании которого станут выделять денежные средства, но не просто на проживание, а на развитие собственного дела. С 1 января уже начинается, если осуществление этой формы деятельности, то необходимо до 1 декабря внести на заседание правительства и утвердить этот нормативно-правовой акт. Это первое. Второе, на что хотел бы обратить внимание, это о том, что эти суммы должны быть заложены в бюджет 2014 года.
какие у вас расчеты, какие предложения, это нужно сейчас уже проработать, чтобы мы вместе с парламентом могли уже с открытыми глазами вносить предложения. На 80% выполнена программа «Старшее поколение». Единственное, что осталось, отметил министр, приобрести для психоневрологического диспансера в Нальчике автомобиль «Газель». В полном объеме профинансирована программа «Демография». Речь идет о выплатах денежных средств и поощрении семьям, воспитывающим 5 и более детей. В настоящее время Минтруда разрабатывает предложение по летней оздоровительной кампании. В этом году в лагерях отдохнуло около 11 тысяч ребят, половина из них находящиеся в трудной жизненной ситуации. Ведомство предлагает предоставлять путевки детям этой категории в большем количестве. Сегодня в Нальчике на одном из домов по улице Чернышевского открыли мемориальную доску герою Советского Союза, морскому летчику Николаю Диденко. Тем самым воздали должное героизму и самоотверженности уроженца Прохладного, который он проявил в боях над Северным морем в годы Великой Отечественной. Собравшимся рассказали об основных вехах биографии солдата Победы. Звание героя Николай Диденко был удостоен за мужество, проявленное в ноябре 44-го в боях с врагом. Трижды награжден орденом Красной Звезды, столько же орденов Красного Знамени. К концу войны гвардии капитан совершил 378 успешных боевых вылетов, довел счет личных побед до 14. В мирное время продолжил служить в ВВС, командовал частями и соединениями. Это мемориальная доска. Мне так кажется, не только дань уважения нашему отцу, а и память ко всему поколению, на долю которых выпал очень тяжелый период жизни нашей страны, защита, освобождение. Памятную доску открыли дети Николая Диденко, Анатолий и Галина. По традиции в ней возложены цветы. Добавлю, что в Прохладном, где родился герой, одна из улиц названа его именем. А в поселке Сафоново под Североморском, в аллее авиаторов, расположены бюсты 53 летчиков-североморцев, удостоенных звания Героя Советского Союза. Среди них и монумент Николаю Диденко. В Зольском районе завершился прием заявлений по программе развития малого и среднего предпринимательства. Сейчас 87 документов на стадии рассмотрения. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Тогда из 57 бизнес-проектов господдержку получили 27. Об одном из них в материале Османа Казакова. Народным ремеслом молодой предприниматель Беслан Бжахов занимается уже 5 лет. Опыт передал отец. С тех пор сам сделал немало сёдел и других элементов конской упряжи. Господдержку получил впервые. Его проект по расширению мастерской был поддержан местной администрацией. На 240 тысяч рублей грантовых денег Шорник приобрел строгальный станок. Но она предназначена для того, чтобы со шкуры то, что осталось мясо, вот эти маленькие пленочки, она срезает после приготовления шкуры. Мы закупили это оборудование, но она еще до конца не готова. Вот как видите сами, ее надо чуть-чуть подчинить, подработать. Потом она заработает. Средств хватило и на закупку шкур. За счет господдержки Беслан Джахов также начал строительство мини-цеха. Уже возвел стены, осталось уложить кровлю. Здесь будут машинки швейные стоять. Будем шить. А здесь будет раскроенный стол. Здесь будем шкуры резать. Большой стол будет стоять. Ну, как сами видели, у нас помещений в основном нету, но еще надеемся расширяться. Беслан надеется, заработает цех уже летом следующего года. В 2012-м поддержку от государства получило еще 26 предпринимателей Зольского района, а заявлений на участие в программе было почти 50. Большая часть бизнес-проектов направлена на развитие садоводства и выращивание овощей в закрытом грунте. На реализацию всех одобренных заявок выделили свыше 6 миллионов рублей. У нас объем финансирования более 10 миллионов сейчас составляет за 2013 год. Подано заявок в этом году 87, а рассмотрение мы еще в процессе. Как показывает практика прошлых лет, из общего числа потенциальных грантополучателей, скорее всего, будет отобрана примерно половина. По словам представителей районной администрации, в этом году особый акцент на решение социальных задач. Адам Абазов, Осман Казаков, Адмир Сабанчиев, Вести, Кабардино-Балкария.
В Нальчике в Атажукинском саду сегодня состоялся митинг, посвященный Всероссийскому дню памяти жертв политических репрессий. Только из Кабардино-Балкарии с 1937 по 1953 год, до дня смерти Сталина, в Сибирь было сослано более 60 тысяч человек. Тогда было достаточно одного доноса недоброжелателя, чтобы на человека навесили клеймо врага народа, подчеркнул председатель Кабардино-Балкарской ассоциации жертв политических репрессий Маркс Шахмурзов. Судьбу обвиняемого решала так называемая «тройка НКВД». Особенно трагичным выдался 1937 год. Тогда без суда и следствия были расстреляны 1600 жителей Кабардино-Балкарии, в том числе и дедушка Шахмурзова. Они ни в чем не были виноваты. Как можно было обвинить моего деда в троцкизме, когда он вообще никакого отношения к Троцкому не имел? Он вообще не знал, кто такой Троцкий. Никогда в жизни он не учился, ни в какой школе. Абсолютно был безграмотным человеком. Тем не менее, он зажиточно жил своим трудом. Участники траурного митинга выразили надежду, что в Атажукинском саду вскоре появится мемориал жертвам политических репрессий. А пока на этом месте стоит камень памяти. Более 30 миллионов рублей получит Кабардино-Балкария в будущем году на проведение русла регулировочных работ. Такое решение приняли в Федеральном агентстве водных ресурсов, сообщает пресс-служба главы и правительства Кабардино-Балкарии. Согласовано и утверждено выполнение третьего этапа работ на реке Баксан. Протяженность участка свыше 5 километров. Реконструкцию продолжат в руслах Черека и Нальчика. Кроме того, средства пойдут на разработку проектно-сметной документации для укрепления берегов реки Псыгансу близ одноименного села. Это были вести Кабардино-Балкария. Напомню, все выпуски нашей программы можно найти в интернете. Адрес сайта vestikbr.ru. Следующий выпуск вестей в 17:10. До встречи.